Пятилетний мальчик заживо сгорел сегодня в огне в частном доме в Альметьевском районе. Трагедия произошла утром на улице Юлдаш в селе Кичучатово. Дома находилась мать с тремя детьми. Когда начался пожар, она смогла вывести на улицу только двоих детей. Младший сын остался в горящем доме. Подробности у Рамиля Галиуллина. 8 часов 49 минут. Отец семейства на работе, мать на кухне. Трое детей в комнате. Вдруг крики, что что-то горит. Женщина кинулась в комнату. Она была уже в дыму и в огне. Двоих детей быстро вывела на улицу. Младшего не нашла. Побежала туда снова, но зайти не смогла. К сыну не пустил сильный дым. Вскоре прибежал отец, которому сообщили, что горит дом. Мужчина также попытался проникнуть в дом. Разбил оконное стекло, но из-за сильного дыма не смог попасть внутрь. Чуть позже ему потребовалась помощь медиков. Когда разбивал стекло, осколками разрезал руку. Пожарные приехали через 13 минут после вызова. Деревянный дом 10 на 10 метров был полностью охвачен огнем. На тушение пожара были поданы 4 ствола, работали 4 звена газодымозащитной службы. В 9 часов 24 минуты пожар локализован. К сожалению, в 9 часов 48 минут в ходе тушения пожара обнаружено тело 5-летнего мальчика. Сейчас рассматривается несколько версий возгорания, в том числе электротехническая и детская шалость. Дом в результате пожара сгорел полностью. Рамиль Галиуллин, Айрат Назипов, вызов 112.